топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Анастасия Решетова опубликовала снимок в соцсети, на котором видны кольца на безымянном пальце ее правой руки. Поклонники стали предполагать о возобновлении отношений модели и рэпера Тимати, отца ее сына Ратмира. Подписчики девушки считают, что расставание пары – продуманный пиар-ход для поднятия рейтинга шоу, в котором участвует Тимати. Анастасия Решетова instagram.com/волконская. Решетова опровергла эти слухи, признавшись, что надела кольца на безымянный палец правой руки из-за проблем с отеками. «Просто средний палец опух», – ответила модуль своим подписчикам. Анастасия Решетова сейчас отдыхает с годовалым сыном в солнечной стране. Тимати также проводит время под солнцем, но на Мальдивах со своей дочерью Алисой от модели Алены Шишковой. Решетова уверяет своих поклонников, что в их разрыве с рэпером не виновата его мать Симона Юнусова. Девушка признается, что причина расставания пары не связана с третьими лицами. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.